Все-таки снег пошел. Добрый день, уважаемые друзья. Все-таки в Крыму снег пошел, потом я там прогноз застроил, что типа снег в Крыму это редкость. А, пожалуйста, пусть снег и мокрый, но он пошел. Я понимаю, для вас это не ново, но для Крыма это как бы ух ты. Особенно для побережья. Там сейчас снега нет. Это у нас тут джанкоя снег идет. А там такое, там вообще это редкость. Почему я так радуюсь снегу? Ну, вообще все тут радуются. Настроение, понимаете? Без снега нет новогоднего настроения. Поэтому, ну, хоть чуть-чуть, хоть на полдня, хоть на денечек этот снежочек, ну, уже как-то приятно. Вот видите, елочки. Ну, у нас это сосны. Елки у нас почти не продают. Только сосны. 600 рублей за метр. Такие вот. Вот еще елочки. Красота. Ну, для нас, как бы, знаете, крымчан, это ух ты. Только глаз нету и рук нет. Да, видели, да? Реально народ радуется. Ну, хоть чуть-чуть снега, уже настроение новогоднее. Это центр города, рынок. Сейчас пойдем в парк, посмотрим, как там в парке. Наверняка красиво. Это рынок. О, там сейчас неинтересно. Давайте лучше пойдем на деревья посмотрим. Это улица Калинина. Завтра будет видео с этой улицы. Именно такое, знаете, старенькое, 4-летней давности. Вот смотрите. Сейчас здесь просто улица и парковка. А я покажу, как оно было раньше. Еще 4 года назад. Как оно было при Украине. Это интересно. Особенно понравится джанкойцам. Детский мир. Раньше был очень посещаемый, ну а сейчас там, ну, как и все у нас тут, торговля упала. Улица Роза Люксембург, самый центр города. Да, зима пришла. Мне тут дочечка звонит недавно и говорит: пап, что ты там снимаешь? Какая зима, какой Крым? Приезжай к нам в Москву. Минус 18, от этого снег шел 3 дня, так что приезжай, вот тут больше контента. Вот такие дела. Я говорю, знаешь, что в Москве снег это неудивительно, а у нас в Крыму это как бы ого. О, елочку поставили. Сейчас посмотрим. Между прочим, вот это вот не просто куст, это декоративный бамбук. Да, в наших
краях это экзотика. Декабря, температура воздуха плюс один. Нет, туда не пойду. Пойду по таким местам, чтобы вам было понятно, где что происходит. Ну, ЖД вокзал я имею в виду. Кстати, завтра выйдет хорошее видео, именно из Джанко, именно интересное, с хорошим комментарием, так что не пропустите. О, районная администрация будет самое красивое здание в Джанкое. Ну, прям постарались, реально. Я завтра покажу, какое оно было раньше, и вот такое на сегодня. Молодцы. Вот так бы еще все дома наши жилые оформляли бы. Класс. Веселее. Нет, так посмотришь, вроде снег есть. Чуть в сторону повернешь взгляд, снега уже нет. Это называется мокрый снег. И он уже идет второй час. Наверняка растает к вечеру. Хотя наши прогнозисты на завтра опять обещают что-то там, типа штормового предупреждения. А вот наш ЖД вокзал. Блин, я проскочил в парк. Сейчас вернемся в парк. Просто лишний раз хочу прорекламировать свое завтрашнее видео. Тоже буду тут ходить и кое-что интересное показывать. Так что не пропустите. Это автовокзал. И вот здесь раньше была такой киоск с советских времен. Киоск «Союз печать». Газеты, журналы, вода. А сейчас тулили такое прям. Молодцы, красиво. Как в той песне. А снег идет. Ой, у меня голоса нема, но я бы спел. В такую погоду хорошо одевать дождевики или брать с собой зонтик, потому что температура плюс, все тает прямо на глазах. Но хоть на пару часиков такое себе новогоднее настроение, потому что на Новый год такого не будет. У нас снег выпадает раз в 10 лет, на Новый год и то не каждый раз. Короче говоря, мы в парке. Мне вот интересно, кто-нибудь меня из Ялты смотрит? Из Ялты, из Алушты, там, не знаю, Семииза. Вот скажите, вам такая погода нравится? Хотели бы такую погоду? Нет. Мне кажется, не понравится. Как-то был в Ялте один год зимой. Приехал, а там минусовая температура. Боже, все обледенело. Скользко, машины скользят. Там до аварии 2 секунды. Так что... Ну, все равно интересно мнение все-таки жителей побережья. Как вам такая погодка? Хотели бы такую? Напишите в комментариях. Вот такая у нас тут зима.
предзимнее настроение. Предновогоднее. Зимнее предновогоднее настроение. Сейчас оно растает, конечно, но все-таки я ухватил. Успел ухватить. Чуть-чуть такой, знаете, новогодней сказки. Ну, для нас это сказка. Во. Так, еще раз напоминаю, завтра выйдет видео. Очень интересное. Не теряйтесь, подписывайтесь. А если это понравилось видео, поставьте лайк. И что-нибудь напишите в комментариях, чтобы это видео хоть чуть-чуть продвинулось в трендах. Ну, еще пару секунд. И шабаш.